Так, привет всем, кто смотрит. Нужен маленький совет. Есть лодочный мотор. Это Меркурий мощностью 9,9 лошадиных сил. Four stroke, это четырехтактный. Мотор куплен в прошлом году. Есть по этому мотору несколько вопросов, которые мне хотелось уточнить. Но первое, то что этот мотор у меня простоял в воде сезон, с весны по осень. И, естественно, покрылся вот такой вот налетом, растительностью, непонятно чем. Мне просто не было времени его помыть. Я его хотел помыть этим фрешвошером, то есть, ну, под давлением машинкой. Она у меня сломалась, и потом холод, и времени не было, и, короче, он так и стоит пока. Ну, стоит недолго, где-то с месяц. Вопрос первый, если кто-то знает, как почистить, отмыть вот этот зеленый налет, ну, желательно, конечно, не повредив покрытие мотора. Мотор-то новый, жалко будет. Конечно, можно взять металлическую щетку и за 5 минут его очистить, но краску-то жалко. Так, дальше, что я хотел узнать. Ну, на моторе есть, вот они стоят, сеточки с одной стороны. И такая же сеточка с другой, по-моему, вот она, наполовину забита где-то, вот она. Это воду всасывает, насколько я понимаю. Закачивают ее помпой, которая стоит, крыльчатка, вот в этом районе. Дальше она идет в мотор, охлаждает и выбрасывается назад. На моторе стоит контролька. Вот она сбоку, маленькое отверстие, вот она. Здесь идет тонкая струйка воды из мотора, когда он работает. Насколько я знаю, это для того, чтобы контролировать, чтобы нет в моторе перегрева там и так далее. Вот здесь, рядом со значком, что это низкий выхлоп, Ultra Low Emission, стоит маленькое отверстие, вот оно. С резиновым таким вкладочкой. С него у меня, я обратил внимание, когда лодку вытаскивал, что с него у меня частично шел выхлоп. Зачем это отверстие? Насколько я знаю, выхлоп идет снизу, во всяком случае у многих моторов. У этого я никогда не обращал внимания. У многих она идет через винт, вот отсюда. Далее, вода, которая поступает в мотор охлаждающий, всасывается снизу. Я тоже думал, что она выбрасывается внизу через винт. А сейчас я в этом не уверен. Через винт ли она действительно выбрасывается? Кто-нибудь мне может сказать? На самом моторе, дело в том, что когда мотор стоит у меня в воде, он стоит довольно-таки низко, я его особенно не рассматриваю, что борта высокие. Но на самом моторе, вот если его повернуть, чтобы лучше видно, вот здесь вот есть отверстие, вот она. И я вдруг на последний раз, когда я его заводил, вытаскивал, я увидел, что из этого отверстия вытекает, вот как отверстие идет толщиной, так такая же струйка воды вот так вот вытекает и просто уходит вниз. Должна ли вода выходить из этого отверстия? Что это отверстие? Для чего она? Если кто-то толком не ответит на эти вопросы, я буду весьма признателен. Всем заранее большое спасибо. Так, еще по скрипту. Забыл спросить. Мотор покрытый сверху вот этими тиной, водорослями, засохшими, непонятно чем. Руль тоже, рулевой перрон, тоже покрыто такой же самой фигней. Лодка внизу, но это с этим понятно, это я оттру. Вопрос в чем заключается? Не нужно ли случаем разбирать вот эту вот ногу нижнюю и чистить каналы водяные от этих водорослей? То есть не обнесло ли их внутри все это вот так вот? Кто с этим сталкивался? Кто подскажет, достаточно ли чистки снаружи или нужно все-таки частично разобрать и прочистить?